Всем здорово, друзья! Наступил новый день, и у нас новые проблемы. Прилетели боевые вертушки, и походу нашу базу будет атаковать. Будем отбиваться, будем расстреливать всех, и попробуем захватить этот боевой вертолет. Он мне нужен целый, и есть даже грузовой вертолет. Обалдеть! Сколько вертушек, и все настроены против нас. Ребята, готовьтесь к бою, сейчас будет жесткая битва. У нас есть автомат, у меня, конечно, должен быть еще РПГ. Так, ребят, пока что просто смотрит по сторонам и пытается куда-то зайти. Но я на чеку, конечно, и готов дать им отбой. Ребята, нет, они агрессивно настроены и решительные. Ну что, будем снимать, мы будем атаковать и будем, конечно, выносить всех. У нас есть РПГ, и с помощью РПГшки сможем вынести все эти вертушки. Но пару вертушек... Ух, как уклоняется. Ребята, все по норам. Я совсем разберусь. А там довольно сидят асы. Они хорошо управляют и против РПГшки не получается вынести. Так, вот он поближе. Вот, рядышком, чуть наперед, и сейчас и бабахнет. Ох ты да, обалдеть. Мы все-таки сняли вертушку. И падает прямиком вниз. Два трупа есть уже. Но их слишком много еще. Я, походу, всего лишь один отстреливаю. Так, прям по пилоту. Так, уходит. Там реально сидят асы, пытаются нас внучить. Ребята, давайте же по норам. Тихо, спокойно. Походу, уже собака зомбирована была. Так, мы ее вынесли. Меня пытаются пойти с фланга, сзади, спереди, они со всех сторон, и я пытаюсь как-то отстреливаться. РПГ против них сложно. Тут нужно попасть просто в винт в задний. Прям в хвост, и по идее он должен вынести. О, понеслось! О май гад, сейчас же будет жарко. Чувак вылетел даже, обалдеть. Чувак вылетел один. И все-таки рванул. Да, там жестко. Ребята, это больно. Есть еще вертушки, их много, еще около 80 точно есть. И нужно пробовать выносить прям в пилота. Снайперскую винтовочку и можно прям в пилота. Надеюсь, там не пули пробиваемое, а стекло. Да, походу попал. Разок попал, второй раз. Нет, он еще живой. Еще живой. Прям в голову. Там, походу, все-таки есть стекло пули пробиваемое, которое я не могу пробить. Какие-то взрывы были. Кто-то упал снизу. Сзади, что ли? Нужно упасть в пост, и тогда он точно рухнет. Так, он уже дымится. Этот дымится. Этот смотрит прямо на меня и сейчас получит РПГшку. Прямо через листву. Ух! Нет, мимо. Черт возьми. Этот мимо. Наперед еще. Ох ты да, ребята, это больно. Мы даем отбой. Это наша база, и, конечно, будем эту базу защищать. Всеми силами, которые у нас есть. Там жесть. Словно целая война уже. Ребята, берите автоматы и давайте помогайте мне. Прям две вертушки. Ох ты жесть. Походу, две сразу вынесли. Там больно. Нет, все-таки одна вылетела. Чуток наперед и прям через листву. И все-таки мимо. У меня есть еще парочка патронов. И есть, конечно, РПГшка. Прям вперед нужно выносить. Мне нужна хотя бы одна вертушка. Так, он ушел. А где у нас грузовой вертолет? Я его что-то не вижу. Так, еще одна, две вертушки. Там еще одна. 3-4 точно есть еще. И нужно пытаться и вынести. Аккуратненько, чтобы они как-то приземлились. Вывести из строя и тогда ее захватить. Так, на крышу аккуратненько. На крышу прям по хвосту. Так, дымится. Уже дымится, пытается садиться уже. Нет, сейчас сядет. Сейчас будет жарко. Ох, чувак, вылетел. Кажется, открыл парашют. Потом, если что, конечно, всех остальных добьем. Да, тут взрыв у нас и, конечно, вертушки нету. Так, вот боевой. Еще один боевой и, конечно же, есть грузовой, который нужно тоже пытаться захватить. Так, слишком далеко. Снайперская винтовка. Попробуем все-таки снять пилота и взять эту вертушку целиком. Так, он пытается еще агрессировать со мной. Пулю получил, но еще не дымится. Так, напарник, походу, готов. Нет, еще живой. Там реально есть пуля прибавленное стекло, которое я не могу прострелить. Черт возьми. Прям в голову. Так, вроде прострелил. Так, еще разок. Нет, не получается. Мне нужна эта вертушка любым способом. Мне нужно взять ее целиком. Если что, потом, конечно, починим. Так, одна вертушка, вторая. Есть еще... Так, дымится. Вот это как раз дымится, и нужно бы ее попробовать посадить.
И, конечно, взять грузовой. Грузовой будет намного сложнее взять. Так, гасим, гасим, пускай, конечно же, попадем куда-нибудь в бензобак, и он будет вытекать бензин, и стопудово должен сесть. Так, прям в лес видит. Я не вижу, где он. Осталось две вертушки, пытаться надо взять, конечно, целиком. РПГшку использовать больше не буду. Да, походу снял. Да, есть кровь, он снял. Сейчас будет садиться. Сейчас точно сядет вниз, и тогда мы его возьмем. Да, дымится. Дымится уже раненый, конечно же, будет садиться. Прям в опасти. Да-да, друзья, он садится. Наконец-то я сейчас возьму вертушку. Так, выносим пилота. Пилот ранит, но еще живой. Так, ну то есть еще раз в опасти. В опасти уже медленнее крутится, и пытаться будет он садиться. Да-да, аккуратненько, аккуратненько вниз, и сейчас будем захватывать эту вертушку. Так, аккуратненько сел, я не вижу. Так, идем смотреть, сколько зомби, обалдеть. Ребята, давайте же все по норам. Я пошел за вертушкой, мне нужна эта вертушка. Там, вижу, зомби набегают уже. Да, возле вертушки есть бандиты, конечно, мы их всех убиваем. Зомби очень много, потому что шума было чертовски много. Всех убиваем, забираем этот боевой вертолет и будем отстреливать уже зомби-апокалипсис. Так, сколько, сколько зомби набежало? Так, где-то вертушка. Прям сзади меня вертушка прессует. В рукопашку бы экономим патроны. Так, горит, горит, мне нужно тушить. Мне нужно обязательно тушить. Сколько вас тут набежало-то? Так, в рукопашку. Сейчас, нужно потушить вертолет и тогда всех уничтожить. Потушили вертолет, и меня слишком много прессуют. Слишком много зомби. Все гасим, конечно же. Так, у нас есть какой-нибудь боевой. Нет, нужно друга пистолет, он слишком шумный. Какой-нибудь обычный 9 мм пойдет. Нет, в рукопашку все-таки будет поэффективнее. Потушили вертолет и сможем, конечно, его использовать. Так, вроде бы все, не распространяется огонь, и можно, конечно, его будет починить и куда-нибудь отлететь. Так, зомби готов, и, походу, где-то еще одна вертушка, вот, сверху. Нужно тоже попытаться посадить и взять ее целиком. Так, еще села вертушка, у нас две вертушки, конечно же, попробуем взять еще третью. Так, посмотрим, целая, не целая. Да, ребята, вышли отстреливаться от зомби, конечно, будем их уничтожать. Так, лежать. Соберем патроны. Патроны соберем. Две вертушки у нас есть, и стопудово можно что-нибудь собрать. Так что будем отстреливать уже зомби на вертушке. А ну садись давай уже вниз. Да-да-да, походу садится. Прям на горку. Так, мне прессуют. Какого черта? Пристал ко мне. Патронов у нас пока что еще хватает, но их очень мало. 400 патронов. Где он сел? Нет, еще не сел, но пытаться уже будет садиться. Потому что уже... Походу, мне прессует. Где-то был обрез какой-то. С какой-то стороны. Вон, вон, вижу. Вижу обрез. Спасибо, зомби. Я его вижу. Так, он готов. Забираем патроны, оружие. И остался последний вертолет, который нужно обязательно посадить. И его захватить. Патронов, конечно, мало уже. Осталось практически 350 патронов. Зомби все больше и больше. Слишком много шума сегодня. И мы все-таки его посадим. РПГшки у меня даже нету, но я взять хочу его живьем. Так, походу уже садится. Садись уже, друг мой. Ты будешь моим. Там, ребят, довольно серьезные. Да-да-да-да, садится. Хотел снять пилота, но все-таки пришлось ему сесть. Ух, какой вертолет, обалдеть. Он реально большой. И он мне пригодится обязательно, чтобы строить базу, укрепляться и выживать в зомби-апокалипс. Так, их двое. Их осталось двое, и нужно их присануть по-жесткому. Вроде не горит. Вижу ноги. Прям по ногам. Прям по ногам. Да, ребята, это моя вертушка. Прессуем до последнего, забираем патроны и, конечно же, отвозим эти вертолеты к нашей базе и будем их чинить, смотреть, что можно с ними сделать. Но сперва нужно отстреляться. Ух, да, обрез довольно хорошая штука. И прикладом тоже хорошо огревает. Это круто. Мы взяли сегодня три вертолета и можно что-то с ними использовать. Боевые вертолеты, конечно, намного эффективнее. А вот обрез просто чумовой. О, обалдеть, как можно и вынести. Настал вечер, друзья, и можно посмотреть,
насколько ребята починили эти вертолеты и насколько можно на них полетать. Насколько они будут эффективным, конечно, узнаем в следующей серии, но я покажу, что базу нашу построили, ребята перестали уже долбить стены, строить фундамент, и они уже успокоились, обогреваются возле костра, и уже скоро будет ночь, они будут отдыхать. А у нашей вертушки находятся, вот они, у нас есть две вертушки, одна, конечно, сгорела, но у нас есть две. У нас есть грузовой вертолет, и у нас есть боевой с пулеметами и ракетами. Ух ты, да, будет жарко в следующей серии, будем использовать, летать. У нас также есть еще грузовой прицеп. Уже смеркается, и давайте же посмотрим, насколько ребята чинят. У нас есть трейлер, который его починит скоро уже, и можно на нем, конечно же, гонять. Боевой вертолет, пулеметы на нем тоже есть. Ребята сняли, чинят, конечно же. И на нем можно уже полететь куда-нибудь. И, конечно же, это грузовой, на который может цепануть танк боевой и, конечно, привести его сюда и вести уже полномасштабную атаку зомби-апокалипс. Ну, с вами был Спикер, и увидимся в следующих роликах. Спасибо, кто был, кто смотрел. До новых роликов, до новых встреч. Всем пока!